Настоящий ниндзя не оставляет соперникам шанса. Это Анастасия Трегубова и программа «Москва рулит». И сегодня я буду выбирать мотоцикл для новичка. Ниндзя 250R. Точное попадание концерна Kawasaki. Вот уже несколько лет этот мотоцикл бьет рекорды продаж, на голову опережая соперников. У «Ниндзя» сравнительно небольшой объем двигателя в 250 кубов. Его вес всего 170 килограммов. Прибавьте к этому низкую стоимость в 240 тысяч рублей, и вы получите отличный городской байк для начинающего. Спортивный пластиковый обвес и яркий окрас делают Kawasaki Ninja 250R не только привлекательным, но и заметным на дороге. Выступающее вперед седло и широкий поднятый руль обеспечивают удобную посадку. А 17-дюймовые диски и низкопрофильная резина отсылают к более крупным спортивным собратьям. Не, как-то же... И не сложусь я в нем. Мешает. Все, не пойдет. Староват я уже для него. Обладателю крупной комплекции на нем вряд ли будет удобно. Этот байк рассчитан скорее на компактных начинающих или на девушек. Ни с чем не сравнимое ощущение свободы и скорости манит в ряды мотовладельцев. Несмотря на небольшую мощность, 33 лошадиные силы, высокооборотистый двигатель позволяет развивать приличную скорость, которой вполне хватит не только новичку. Но езда на мотоцикле – это не только удовольствие, но и огромный риск. Поэтому, прежде чем покорять городские дороги, нужно пройти обучение в хорошей мотошколе. Ну а мне не помешает освежить свои навыки после зимы. Чему и как учат в мотошколе, я узнаю у профессионального инструктора Дмитрия Гунина. Так, ну что, господа, медленная езда. Поняли? Готовы? Поехали. Дима, привет. Привет, Настя. Скажи, какие вообще основные навыки можно приобрести в мотошколе? Весь начальный уровень и плюс моторные рефлексы. Давай объясню теорию. Повторим органы управления. Рычаг переднего тормоза отвечает только за передние тормоза. Нажимать нужно двумя пальцами и только при прямолинейном движении. А почему двумя пальцами? Двумя пальцами нам так легче контролировать усилия, чтобы мотоцикл не встал на переднее колесо. Получается, если у тебя колесо повернуто вправо или влево, тебе нельзя нажимать на передний тормоз. Это самое распространенное падение для начинающих мотоциклистов. Научиться тормозить на мотоцикле гораздо сложнее, чем разгоняться. Все решает опыт, быстрота реакции и хорошие тормоза. Мощный двухпоршневой дисковый тормоз Ninja 250R отличается высокой чувствительностью к нажатию и обеспечивает оптимальное торможение. Значит, здесь у нас находится ручка газа. Ручка газа открывается запястьем на себя. С левой стороны у нас цепление. С левой стороны сцепление и рычаг переключения передачи. Угу. Дим, какие основные ошибки допускает новичок? Новичок покупает мотоцикл в салоне, не идет в мотошколу, катается сам. И, к сожалению, да, мотоцикл – это не гитара. По своему учителю нельзя научиться всему, что там мы преподаем. Ну и когда у тебя большой перерыв, допустим, после зимы, то лучше все-таки отработать навыки. К инструктору отработать навыки, проверить все, чтобы было. Ну что, Настя, готова? Конечно. Присаживайся, сейчас повторишь. Так, с левой стороны. Мотоцикл. Угу. Выпрямляй мотоцикл, убирай подставку. А сколько занятий потребуется для того, чтобы довести новичку все до автоматизма? Ну, смотря кто за рулем. Девушки все 30 часов. Так, а мальчику? Мальчику часов 15. А почему такая несправедливость? Ну, такая, мозг по-другому устроен. Девочкам учиться сложнее. Завожусь. Нажимаем сцепление, включаем первую передачу. Так, первая передача у нас вниз, правильно? Да. Вот характерный щелчок. Да, характерный щелчок. Плавно отпускаем сцепление, но до конца не отпускаем. Mm-hmm. Должна пойти передача на колесо. Но при этом нельзя сейчас, когда ты чувствуешь сцепление, открывать нельзя, потому что можно улететь, правильно? Ну, я придерживаю. Что, готово? Да. Пойдем одеваться. Хорошо. Обучение в мотошколе проходит на маленьких скоростях, поэтому такой минимальной защиты здесь будет достаточно. Но к выбору мотошлема всегда нужно подходить серьезно. Яркий цвет и брендовые логотипы не защитят вашу голову при падении. Внутри должна быть качественная подкладка. Именно она поглощает энергию удара. Не меньшее значение имеет и размер шлема. Он должен плотно сидеть на голове.
оставаться на месте, если вы потрясете головой. Новый шлем может немножко поджимать, так как во время носки подкладка дает усадку. Но не сильно давить, особенно в висках, иначе не избежать головной боли и усталости. Убедитесь перед выездом. Шлем обязательно должен быть застегнут. И не забудьте про перчатки. Основные приемы я отработала, осталось только выбрать подходящую экипировку для города. Артем, привет. Привет, Настя. Я только что из мотошколы, собираюсь на мотоцикле поехать в город. Какую экипировку ты мне порекомендуешь? Все зависит от типа мотоцикла. У меня Kawasaki Ninja 250R. Спортивный байк? Да. Тогда лучше, если ты оденешь спортивный комбинезон. Так, мне нравится. В этом комбинезоне есть встроенная защита плеч, спины, колен, локтей и колен. Кроме комбинезона, какой шлем мне подобрать? Если мы говорим о процессе обучения, то я бы порекомендовал открытый шлем. Если ты хочешь гонять на треке или просто любишь быструю езду, то лучше интеграла ничего не найдешь. Кроме всего перечисленного, тебе понадобится также и защита ног, обувь попросту. Да. Соответственно, я порекомендовал бы тебе вот эти вот сапожки. Но они очень легкие. Легкие и прочные. Осталось только перчатки? Совсем немного. Осталось вот, да, только перчатки. Артем, ты мне подобрал экипировку в идеале, но я думаю, что не каждый может себе позволить купить все вместе. Вот без чего можно обойтись, а что нужно купить обязательно? Обязательно нужно купить шлем, потому что без него тебя оштрафуют. Ну, кроме того. В любом случае тебе понадобится шлем, перчатки, куртка и, возможно, защитные наколенники. То есть от комбинезона, в принципе, можно отказаться? Можно отказаться, но я бы тебе этого не рекомендовал, потому что на безопасности не экономят. Теперь я полностью готова и могу испытать настоящего ниндзю. Расход топлива у ниндзя 250R в зависимости от манеры езды от 3 до 4,5 литров на 100 километров. Приличный объем бака в 17 литров при этом его не утяжеляет. Благодаря широкой резине на 17-дюймовых дисках мотоцикл обладает повышенной устойчивостью при любых скоростях. Она отлично проглатывает неровности. Чтобы уложить легкий Kawasaki, при входе в скоростной поворот не придется наваливаться всем телом. Это выгодно отличает его от тяжелых байков. Чтобы избежать возможной аварии, мотоциклист на дороге должен быть заметен. У этого мотоцикла отлично настроенная оптика. Свет широкой фары, попадая прямо в зеркала автомобилей, привлекает внимание их водителей. Удобный и надежный Kawasaki 250R. Отличный вариант не только для новичка, но и для байкера со стажем. Его стильный дизайн привлекает немало завистливых взглядов. Компактные размеры добавляют мотоциклу маневренности, а пластиковый обвес улучшает его аэродинамические свойства. На дороге этот Kawasaki хоть маленький, но все-таки ниндзя. Жажда адреналина и городские пробки многих подталкивают к покупке мотоцикла. Но не забывайте, это транспортное средство повышенной опасности. С вами была Анастасия Трегубова и программа «Москва рулит». И помните, тише едешь, дальше будешь.